Всем привет! Сегодня 27 июня 2021 года. В прошлом видео я показал, что у меня только началось цветение, только-только началось скинулосоцветие. Вот неделю спустя оно уже закончилось. Я, по сути, проморгал цветение. Этому всему способствовала, конечно же, погода. Погода была шикарная. Было около 30 градусов плюс-минус, ну, даже до 35 доходило. Честно говоря, думал, что цветение будет затяжное, как обычно. По 2-3 недели у нас цветение шло. Ну, как видите, оно ультра-мега скоростное у нас. Как никогда. Я не помню ни одного года, чтобы быстро у меня это все отцвело. Ну, давайте быстро пробежимся, посмотрим конкретно, что к чему. Так, это, наверное, грязь, да. Так, это элегант, женский цветок. Я его не доопылял, ничего. Вот он у меня шикарно так опыляется. Нормировать пока ничего, наверное, не буду. Еще недельку посмотрю. Хотя элегант можно уже нормировать. В том году его нормировал и оставил по одной грозди на побег. Он выдал очень шикарные грозди, очень. Те, которые не нормировал, конечно, были похуже. Хотя по характеристикам у него 400 грамм заявляется, но... Он выдал мне килограммовые грозди и очень большие ягоды, очень крупные. Вот, кстати, крайние соцветия, они вот только-только закончили опыляться. Это самое вот, он у меня такой довольно длинный, я ему дал 3 метра, наверное. Пока у меня мускатблау еще такой много места не занимает, поэтому я, чтобы дырки заполнить, немножко пошире сделал. Вот мускатблау, кстати. Ну, очень неплохо. Он у меня первый раз плодоносит, это сигналочки, поэтому будем посмотреть. Юпитер тоже первый раз плодоносит. У меня его еще не было никогда. Я его только пробовал всегда у друзей своих. Так что в этом году я буду с урожаем маленьким. Ну, 342 у меня всегда. Шикарный. Грозди у него очень плотные. Возможно, придется, как всегда, прореживать. Хотелось бы, чтобы он немножко осыпался, кстати. Ну, вот так он выглядит. Кстати, цветение еще на некоторых у него. Ну, неравномерно цветет. Он как-то так. Вот он более-менее растянулся на неделю, на полторы. Но обычно может и 2-3 цвести, потому что обычно у нас то дожди, то холод. В этом году все отлично. Лора, кстати, тоже шикарно пылилась. Посмотрите. Тоже женский цветок. Отлично прошло пыление. Блин, ну за неделю у меня такого никогда не было. Каталония вот выдала таких красавцев. В том году была сигналка. В этом году этому кусту уже будет 4 года. Он у меня уже полноценный взрослый куст. Так что рассчитываю на какой-то урожай. Ну, вот Аркадия. Аркадия у меня сейчас цветет. Она, как всегда, из опоздунов. Она не на неделю примерно позже остальных цветет. Но вот цветение есть. Идет. Вот сейчас как раз все попало под дождь. Как оно опылится, фиг его знает. Но вчера не то, что дождь. Вчера просто стеной стоял ливень. И посетил нас очередной град, как всегда. Но вроде бы более-менее живой. Ну вот, дырки есть. Но не критично. Да, вот свежие дырки. Вот такой у нас град в этом году. Что-то он зачастил. И кадрянка, которая вот только начинает еще цвести. Но кадрянка это самая опоздунка. Вот. Даже еще колпачки в некоторых не скинулось. Ну вот, процесс только-только начинается. Ну, естественно, под дождем, как всегда. Так что он и так плохо пыляется всегда. И в этом году, наверное, будет не исключение. Надежда ранее, она в те выходные даже не начинала еще цвести. Вот. Сейчас она уже заканчивает. Да, уже видны пестики. Такие темненькие, они уже пыленные.
Так что опыление прошло. Ну, посмотрим. Еще ждем осыпания. Поэтому нормировать пока не спешу. Тукай. Вот тукай этот обычно сбрасывает почти всю зависть. В этом году, кстати, я ни бором, ничем не обрабатывал. Вот, посмотрим. Так, это Алешенькин, кстати, попался. Это они у меня нахлест. Да, сразу видно отличие. Тукай и Алешенькин. Ну, посмотрим. Алешенькин получше обычно пыляется. Причем под дождем он не попал, так что, в принципе, должен нормально выдать грозди. Ну, вот такие красавцы. Ну, посмотрим. На следующей неделе будем видеть такой более-менее яркий результат. Так, ну тут в кадр к нам попадает преображение возле моих посадочек. У преображения только началось опыление. Точнее, только началось цветение. Ну, как цветет, неизвестно. В общем, это куст, который у меня вечно мучился. Я его сделал отводок. Он был привитой. Покупал его на прививке. Я об этом уже говорил неоднократно. В общем, я сделал отводок и его пустил на собственные корни. И он как-то немножко живее пошел. Потому что было совсем печально. Ну и на десерт оставил. Вот мне выдал сигнальную гроздочку. Дубовский розовый. Ну вот, он в те выходные тоже еще пока не цвел. Вот цветение, видно, у него где-то началось к концу недели. Потому что вот процесс на стадии завершения. Ну, посмотрим. Для меня с дубовским это пока первый опыт. Что он покажет, как он выдаст, посмотрим. Правильный мой выбор был или нет. Зато поречка уже он созревает. Есть до фонаря. Дожди, засуха. Вот такие ягодки выдала. Вот Маршал Фош. Вот он уже тоже отцвел, кстати, довольно шустренько. Я, честно говоря, боялся, что будет конкретное опоздание, потому что весна была очень холодная. Но за счет того, что лето во время цветения оказалось очень теплым, я думаю, мы наверстаем упущенное, и будет все вовремя. Кстати, Бианка, второй годик. Она такая слабенькая была. А вот на второй годик даже сигналочка вам выстрелила. Побежек мощный, оставлю попробовать. Ну, выдала пару слабеньких побегов и один мощный. Ну вот, посмотрим, будем развивать. Вот, закончил очередную шпалеру, и вот мой молодняк. Молодняк пока еще не сигналит. Ну ничего, вот такой он у меня угловой. Пока еще на стадии развития все. Ну, побеги довольно мощные, кстати, пошли. Так что тоже будем ждать результат. Это полотно от града спасался, машину спасал. Это подложка под ламинат. А что делать? Это я уже для града специально закупил, перестраховался. Ладно, вот такой кратенький обзор. Хороших вам урожаев, хорошего опыления, чтоб ни грады, ни солнце, ничего вас не опечалило. Получили полноценный хороший урожай. Всем удачи, пока.